на канале Ютилитли, с вами Юля. Сегодня я снимаю для вас новый влог. Это видео Study With Me, но не просто Study With Me. В этом видео я буду также показывать вам вообще, что со мной произошло, что сегодня будет. Сегодня, обещаю, будет очень много интересного, не только учеба. Но, конечно же, в этом видео суть заключается и в том, что я буду вас мотивировать. Давайте вместе со мной сейчас включайте это видео и давайте делать уроки. Не надо просто лежать и отдыхать. Давай вместе со мной учиться, достигать целей и, собственно, покорять свои желания и, собственно, достигать своих мечт, целей, добиваться. Поэтому давай вместе со мной. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. У вас тоже шкаф стоит вместо двери, как бы, защита, да? У вас тоже так? Сейчас покажем. Ну, как бы, да. Ну, у нас нет двери теперь. У нас теперь шкаф. Но ничего страшного, мы не расстраиваемся. Смотрите, у нас зато теперь вот такая... Временем мы решаем пробник. У нас теперь нет двери, мы больше не выйдем. Ни в коем случае никогда так не делайте, это очень плохо. А сейчас, кстати, мы проходили логарифмы, и сейчас мы решаем. Вот это? А Лиза решает базу. Вот так. Показываю вам свой новый пуховик, вот так он выглядит, черного цвета. На самом деле, сильно ничего в нем необычного, но мне очень нравятся вот тут карманы, потому что они, смотрите, внутри теплые, очень-очень такие приятные. Купила пуховик кроппи, размер это М-ка, но она сидит очень хорошо, в принципе, поэтому пуховик мне этот нравится. Вот что, кстати, там внутри пуховика. Тут очень много разных текстовыделителей. Я, наверное, хочу взять такой вот оранжевый. Еще, кстати, смотрите, что я взяла. Но это для, как обычно, моих распечаток. Три пачки я взяла, потому что у меня быстро заканчиваются. 50 штук стоят они 49 рублей. И, наверное, возьму такой текстовыделитель. У меня такой же есть, но желтый, он, правда, заканчивается. Он, кстати, классный. Смотрите, какие тут линейки прикольные в Галамарте. Ну, классные. Я считаю, супер линейки. Почему, когда был Back to School, вообще не было таких линеек? Я как раз искала какую-то классную. Вообще никаких не было. Вот, смотрите, какой ассортимент прикольный. Допустим, есть такие вот скатерти, стоят 629 рублей. Потом вот такие скатерти. Такая вот новогодняя коллекция уже появилась в Галамарте. Очень много всего интересного. Сейчас вам немного даже покажу. Thank you.
Вот, смотрите, какие есть фигурки прикольные. Елочка классная. Вон тоже. Очень много разных магнитов. Потом сувениров с годом тигра. Очень-очень много разных. Тут, кстати, акция, сейчас второй товар за 1 рубль. Очень много разных хлопушек тут, смотрите, хлопушка такая прикольная. Также тарелки разные вон есть. Вообще, кстати, много всего появилось по сравнению с прошлым годом, допустим. Вот, смотрите, разные украшения для новогоднего стола, точнее, разные блюда и так далее. Бокалы, кружки вот такие прикольные. Короче, на самом деле, в Галамарте меня прям удивило, что очень-очень много всего интересного. Вот, смотрите, венок такой декоративный. Вот этот вроде бы с гирляндой или нет? Да, он с гирляндой даже идет. Стоит 1200. Разные календарики. Сейчас пришла домой, время, получается, уже ужинать, так скажем, потому что 4 часа, но я решила уже поужинать, наверное. Буду кушать сейчас такую вкусную рыбку, еще, наверное, с салатом из помидоров. Ну что, друзья, давайте, собственно, распакуем посылку, за которую я сегодня ходила, и посмотрим, что мне пришло. Так, как обычно, распакуем без ножниц, зачем мне ножницы? Так, смотрим. Что мне пришло? Вообще думала, что она будет намного больше. Мне пришла лампа. Посмотрите, какая она маленькая, я думала, она будет большая. Она очень маленькая, на самом деле. Сейчас посмотрим, как она вообще работает, работает. Так, вот такая лампа мне пришла. Смотрите, нажимаю сюда. И вот так вот она горит. Но не скажу, что она прям супер-супер классная. Три режима у нее. Светит она белым цветом, что классно, потому что... Светит она белым светом, что классно. Можно снимать стадо весми. И потому что иначе, если бы она светила желтым, то было бы не очень красиво. Поэтому светит она белым светом. В принципе, нормально. Три режима у нее. Ну и сойдет. Она такая, знаете, небольшая. Вот такой вот фотоальбом прикольный. Он очень красиво выглядит. У него упаковочка такая вот. И давайте сразу же откроем. И я вам покажу сам альбом. И вот такой вот сам альбом. Просто обычный. Но мне понравилось, что есть и сам альбом, и сама вот такая вот упаковочка. И также очень-очень много фотографий. Смотрите просто. И также очень-очень много фотографий. Каких тут только нет. Все сейчас хочу вставить в этот фотоальбом. Смотрите, какие классные, мне очень-очень понравились. И вот в некоторых фотографиях я прикрепила прикольные песни, которые ассоциируются у меня. Поэтому тут и смешные есть, и какие-то просто обычные. Очень-очень много каких тут только нет. Напишите в комментариях, как вам эта идея. Мне, в принципе, понравилось, и я решила все фотографии совместные объединить. Это вообще мне очень нравится. Показываю вам, что я в итоге сделала, вот такой альбом. Он получился очень красивый, мне правда он нравится, и мне кажется, это очень мило. Вот так вот в итоге выглядит альбом. Вот что я сделала, разместила все фотографии, очень мило на самом деле получилось, мне прям очень нравится. И такая вот коробочка у него.
Ну что ж, вебинар просмотрен, был очень классный. Я прошла, получается, 3 произведения или даже 4, то есть Рэй Брэдбери, первое произведение посещения, второе произведение было, получается, «Улыбка». Тоже записала ключевые моменты, потом у нас домашняя работа — это сочинение, вот такие вот темы, кому интересно. 5 тем по направлению цивилизация и технологии, получается, у меня как раз-таки было сочинение. Вот тут тоже все написала, потом «Свеча горела». И еще произведение — это «Письма из русского музея». Как видите, вот тут у меня это не краткое содержание, кто мне тоже спрашивал, это именно отрывок из текста. То есть это ни в коем случае не краткое содержание. И также я тут сразу себе записала все темы. Еще у меня есть они сразу вот в таком вот итоговом конспекте на всякий случай. И сочинение буду писать уже не сегодня, потому что сейчас мне нужно будет сделать математику. Переходим к не очень приятной части моего вечера, потому что я буду делать математику. Честно, не люблю математику. Литература была очень приятным уроком, и математику люблю не потому, что там плохие видеоуроки и так далее, а просто сам предмет мне не особо нравится всегда, поэтому мне к нему сложно приступить. У кого также ставьте лайки. Сказать, лампа правда очень хорошая. Я сейчас сделала домашку, отправила уже сочинение и делаю РНО. Получается, у меня тут сделала полностью 6-е РНО. 3 задания мне надо было сделать, у меня были неправильными. И вот лампа очень-очень хорошо мне дополнительно светит, поэтому классно, я ставлю лайк. Тут, кстати, мой любимый бальзам для губ. Вот такой вот, просто обожаю. Ну что, друзья, вот такое было видео. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал. Ну а с вами была ваша Юля. Всем желаю счастья, любви, добра, до новых встреч. И всем пока-пока. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой инстаграм. Пока-пока.